Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям. Вода и канализация. Планируйте. Подумайте, что будете делать, если в кране нет воды и не работает канализация. Приготовьтесь. Узнайте, где ближайшие к дому колодцы, источники и водоемы. Продумайте хранение и сбор питьевой воды. Выбирайте водоемы с проточной водой. Воду из природного водоема нужно кипятить перед употреблением в течение 3-5 минут. Купите фильтры и таблетки для очистки воды. Храните дома запас питьевой воды 3 литра на человека в день. Действуйте! Сообщите поставщику услуги об аварии и расходуйте запасы экономно. Запас воды также есть в бойлере и сливном бачке унитаза. В критической ситуации используйте уличный туалет или ведро. Более подробную информацию можно узнать на сайтах olavalmis.ee/ru и kriis.ee/ru.